Еженедельное оперативное совещание прошло в городском округе Люберцы. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов районной администрации. В начале заседания свой доклад представил начальник МУМВД России Люберецка Евгений Романцев. За прошедшую неделю в Люберецком округе было 1600 обращений в полицию. Из них, по данным, возбуждено 49 уголовных дел, 39 раскрыты по горячим следам. Было совершено 175 ДТП, из них 5 с пострадавшими. По словам Романцева, в Люберцах на прошлой неделе было совершено резонансное преступление. По улице Калинина злоумышленник напал на женщину и нанес ей несколько ножевых ранений, после чего попытался вырвать сумку из рук пострадавшей. Полиция распространила фоторобот нападавшего. В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поимке преступника. Также на территории городского округа Люберцы произошли 7 пожаров. 3 пожара произошли в жилом секторе, один в садовом домике, один в производственном здании на производственном объекте, один в строительной бытовке. 2 пожара произошли с гибелью людей. Иванов отметил, что в прошедшие выходные на Большом Красковском карьере утонул один мужчина. Спасатели в ходе поисково-спасательных работ обнаружили его тело. О ситуации в сфере ЖКХ рассказала начальник управления ЖКХ администрации городского округа Люберцы Наталья Задорожная. Отремонтировано 516 подъездов из 1298, внесенных в план ремонта на 2017 год, что составляет уже 39,8%. Проведена очередная общественная приемка ремонта подъездов в многоквартирных домах. Принято 8 подъездов в домах по улице Колхозная, дом 12 и дом 14. Жители высказали самые добрые слова благодарности в адрес Владимира Петровича Ружицкого. Задорожная подчеркнула, что на прошедшей неделе жилищно-коммунальный комплекс работал устойчиво. Руководитель Люберецкого отделения Раменского подразделения МОСАвтодор Владимир Астахов сообщил, что на прошедшей неделе были очищены полосы отвода, вывезено и утилизировано 65 кубометров мусора. Была проведена очистка межбарьерного пространства дорожного полотна и проводился ямочный ремонт. Был проведен 183 метра горячим способом. Это у нас были проведены работы Люберецким депом, по улице Смирновская, административной дороги Хлыстова-Матюкова-Новый Милет, также улица Вертолетная. Также на совещании обсудили ремонт и задержание дорог городского округа Люберцы. С городских улиц и проездов вывезено 128 кубических метров мусора и смета. Общее количество техники, задействованного в уборке, 53 единицы и 127 человек. Также проводился покос зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог. Совместно с сотрудниками Министерства транспорта Московской области осуществлена проверка качества выполненных работ по ямочному ремонту на территории городского округа Люберцы. По результатам проверки оценка деятельности подрядных компаний дана положительная. Также в городском округе Люберцы продолжается капитальный дорожный ремонт. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.